Ежегодно тысячи туристов отправляются на отдых в Анапу. Располагаясь на стыке Таманского полуострова и больших Кавказских гор, Анапа сочетает в себе три уникальных климата – горный, степной и морской. Почти 300 дней в году здесь светит солнце, но никогда не бывает слишком жарко. Песчаные пляжи курорта имеют лечебные свойства, потому что состоят из мельчайших частиц перетертых панцирей моллюсков, кварца, обломков горных пород и листочков белой слюды. Лечебные грязи по химическому составу не уступают знаменитым грязям Мертвого моря. Важнейшим лечебным фактором курорта являются его подземные минеральные воды для внутреннего и наружного потребления. В самом центре города расположены множество санаториев, пансионатов, мини-гостиниц на любой вкус и кошелек. Комфортабельные комнаты санаториев порадуют отдыхающих уютной обстановкой. Здесь есть все необходимое для проживания – спальные комнаты, просторные гостиницы, ванны. Разместиться можно всей семьей и веселой компанией друзей. Для отдыхающих по путевкам предлагаются двухместные и трехместные номера со всеми удобствами – цветным телевизором, холодильником, кондиционером, а также номера полулюкс и люкс. Есть и апартаменты. Для лиц со скромным достатком предлагают проживание в частном секторе и амбулаторное лечение по курсовкам. Все санатории заманивают отдыхающих реальными скидками. В осенне-зимний период действуют скидки до 60%. Дети до 5 лет отдыхают бесплатно. Проживание, лечение, питание для них включено. При покупке основного места от 1900 рублей человека в сутки стоимость второго и третьего места составляет 1000 рублей человека за день проживания, полный пансион и лечение. Как правило, корпуса санаториев расположены недалеко от пляжа, всего в 10 минутах ходьбы. В центре города находится самое высокое здание санаторно-курортного комплекса. Сюда может обратиться любой отдыхающий, чтобы пройти консультацию врачей, которые назначат вам оздоровительный курс на время вашего отпуска. Лечение предлагают по специальным программам, курсовкам, имеются разовые процедуры. Поликлиника может принять 1000 посетителей в день, а лечебно-диагностический центр рассчитан на 5200 посещений в день. Здесь вы получите консультацию квалифицированных врачей и пройдете диагностику. За короткий срок, находясь на отдыхе, вы можете провести полное обследование своего организма. Спиральный компьютерный томограф позволяет осуществить раннюю и точную диагностику заболеваний, выявить которые трудно или невозможно другими методами. В диагностическом центре можно пройти комплексное рентгенологическое обследование челюстно-лицевой области на новейшем цифровом оборудовании. На нем выявляется ранняя диагностика кариеса, заболевания пародонтоза, опухолевых поражений. С его помощью составляют план протезирования, имплантации зубов и многое другое. В санаториях имеется тренажерный зал, в котором находится уникальная стабилоплатформа. Она представляет собой одновременно диагностическое устройство и тренажер. Когда человек встает на платформу, все данные о его движении выводятся на монитор,
с помощью чего осуществляется диагностика и оценка психофизического состояния пациента. Это чудо-тренажер используется при нарушениях координации, мозгового кровообращения, а также при тренировках устойчивости вертикальной позы у спортсменов, артистов балета и у лиц, чья профессиональная деятельность связана с длительным пребыванием в статичной позе. Физические упражнения на велотренажере, аппаратах механотерапии позволяют ощутить прилив сил, повышают мышечный тонус, учат лучше владеть своим телом. В отделении лечебной физкультуры имеются спортивные залы для занятия лечебной физкультуры с детьми и взрослыми в группах, которые сформированы в зависимости от возраста, диагноза и доступной степени нагрузки, в том числе для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. В бальнеологическом отделении используется оборудование, привезенное из Германии с элитного курорта Баден-Баден. Это прибойно-световые ванны, грязевые ванны, жемчужные, йодобромные, ванны с отварами трав, гидромассажные и вихревые ванны. Применяются при лечении остеохондроза, болезни суставов, сердечно-сосудистой системы, внутренних органов и нервной системы. СПА-центр – это идеальный путь к прекрасному самочувствию, снятию стресса, настоящий праздник для души и тела. При санаториях имеется фитобар, где разработаны и применяются 14 целебных настоев из трав при различных заболеваниях. Отпускается лечебно-столовая минеральная вода из местных источников – Анапская и Семирогорская. Предлагают кислородный коктейль. Все эти напитки очищают организм и полезны как взрослым, так и детям. К нашим постоянным телезрителям ведущий врач санаторно-курортного комплекса Анапы обратилась с приветствием. Дорогие самарцы, от имени наших сотрудников и администрации мы очень рады будем видеть вас на лечении и отдыхе в санаторном комплексе «Дилуч». Будем видеть разные семьи с маленькими и взрослыми детьми, одиноких приезжающих, пациентов более старшего возраста. И для думаю, что для каждого мы найдем необходимое ему и полезное лечение, питание и очень интересное досуговое мероприятие. Врачи рекомендуют проходить курс оздоровительного лечения не менее 14 дней, в идеале 21 день. Только тогда вы почувствуете эффект от пройденных процедур, и организм ответит вам благодарностью за заботу о нем. То, как не мы сами должны лелеять и беречь свое здоровье. Поэтому при каждой возможности сочетайте свой активный или пляжный отдых с оздоровительным.